це важко? Ну, як рівно робити, трошки, мабуть, важко. Ну, але так, ну просто якось треба, а швидкість не однакова, так? Ну, можна, ні, можна ще... просто м'якіше нажимати педалькою, воно тоді наче... Ти відстежуй розстояння від краю, так удобні. О, бачиш, от бачиш, чуть тихіше пішло. Стільки круті труси! Отлічні труси! Я боюсь, що я чуть-чуть потягну, і вони лопнуть, тому що нитки не тягнуться на самом деле. Ні, отлічні. По-моєму, розміру. По-моєму, отлічно. Класні труси. Я вважаю, що... Не трусь. Тепер я мене спомагаю, дівчинка. По очереди выскажется о том, что для нее кооператив уже наконец. Мне кажется, она опять же... Да, сядет перед камерой, направит номер. Мне просто уже кажется, что, ой, блин, чего мы все про швем, да про швем. Искусство. Мне кажется, мы уже скажем, Тема, что такое искусство. И вообще мы начали хорошую тему, что такое кооперативная деятельность. Вот. И как бы, ну, мне... понравилось с того, что мы начали, и с того, что пример швем, он не может быть, ну, он уникален и не может быть скопирован. Мы вдохновляем, мы хотим вдохновлять, мы не говорим, что вы можете вдохновлять нас, вы не можете вдохновлять. Мне это напоминает... Я не считаю, что мы вдохновляем, вот я сразу скажу. Мне не нравится позиция. Вдохновляющий кого-то. Чому сьогодні слышали, говорю, я такая. Маша вдохновляє, ти не вдохновляєш. Я романтична. Да, Маша вдохновляє, я нет. Мы собрались здесь за тем, чтобы беседовать о том, что такое швейный кооператив, что получилось, что не получилось. Искусство это. Или не искусство, насколько это искусство. Еще какие минусы, например, почему каждая из вас покинула это дело. Или не покинула. Вот, и можно ли как-то развиваться дальше, куда это может все идти, или мы будем продолжать шить юбочки. Втроем. Да. Шить юбочки и учить людей. Ну что, вы же такие носки. Известные вообще, все с вами хотят. Нет, воды. Началось. Вот я сострочила себе низ. Он даже вроде... Вау! Он даже почти ровный. Прикольно. Сейчас я его сошью и смогу пришить. Нижнюю часть к верхней. Сережа борется с одеялом. Да. А как вы делаете так, чтобы... Чтобы вот этого... Да, вот это вот избежать. Никак. Мы именно так и делаем. Ну, хорошо. Пропихиваем. Есть какая-то магия. Иногда помогают матные слова. Матные? Матные, да. На любом языке. В соответствии с той схемой, которая нарисована на стене Прихорузы, выполняем все роли. Мы участвуем в акциях различных, поддерживаем различные акции, также участвуем в художественных проектах. Также шьем. Ну и также воркшопы. Также воркшопы продолжаем, также шьем на заказ, иногда свое, и также шьем свои вещи. Красный учет авторство. Красный учет инвестор. Так у нас их нет.
Чем нам еще инвесторы? Не, ну мы же искали грант. Да, мы сделали заявку Global Women Fund. А мы, кстати, ни разу не проверяли нашу почту. Может быть, мы его уже 10 раз выиграли. Не отвлекаемся, товарищи. Ну, короче, да, нам на самом деле не хватает денег на жизнь. Не хватает, да, я хотела спросить это. Именно это, да. Поэтому мы ищем гранта. Дать. На какие-то проекты. Ну, которые мы хотели бы делать и без них, но с ними будет проще. Подождите, мы ищем грант на... Потому что нам не хватает денег на жизнь. Нет. Ну, наверное, это не моя мотивация. Ну, мне кажется, это одна из мотиваций. Если бы нам хватало денег на жизнь, мы бы запросто бесплатно делали то, что мы делаем. Ну, долго. Я не уверена в этом. Так а где бы вы брали? В смысле, а что бы вы делали бесплатно? Мы бы делали больше воркшопов, например. Делали бы их... ну, нацеленно работали с какими-то группами населения, там, работали бы с какими-то центрами, которые работают с мигрантками, с безработными женщинами, мы бы делали для них воркшопы, курсы. Покормите меня, я начну вас обсирать. Подожди, Илья тут пока не требуется. Да ладно, все нормально, а что вы это... Нет, ну... Вопрос к тем, кто сейчас состоит, а вы как сами его воспринимаете в первую очередь? Или швейного кооператива его существования. Может, варенье. А, варенье есть. А ложечки будут делать. Именно как художественный, активистский и экономический проект. Три составляющих. Просто у него три разные цели. То есть, да. А в чем? Ну, разве так, ну, надо иметь одну цель, вполне можно иметь несколько целей. Но просто швема в том виде, в каком они есть. Они не доказывают того, что существование кооператива возможно. О! Не только я. В смысле, не доказывают? В смысле, мы не существуем? Вы существуете в помещении, которое бесплатно, и по факту обслуживаете очень маленький сегмент знакомых-знакомых. Экономически. И... Допустим, какой-то, ну как бы любой панк, условно, в Ярославле не сможет сделать так же. Этот пример изначально не является таким, чтобы быть примером для всех. Вот в чем проблема. Не, ну конечно, да, любой панк в Ярославле не может сделать так же, только хотя бы по одной причине, что он не умеет шить. Но это не значит, что он не может создать кооператив по такой же схеме. Почему нет? Это принципиально важный момент. То есть человек должен делать то, что он умеет, как бы, и либо делать с теми, кто умеет. Ну, просто учиться. Либо то, что нравится там делать. Я считаю, что у нас не бесплатное помещение. Мы занимаем это помещение за счет того, что мы художественно-активистский проект. Если бы мы не были художественно-активистским проектом, если бы мы просто шили на заказ, то нам бы не предоставили это бесплатное помещение. Мне казалось, как раз активистский художественный проект служит некой рекламой или экономического части. Ну, по идее, должен, но как бы может и не служить, то есть... Люди как раз себя начинают воспринимать как активистский художественный проект. И поэтому они не очень, ну, мне кажется, не все понимают, что нам еще нужно как-то за что-то жить. В нашем искусстве очень важна материальная составляющая. Обычно люди как-то упускают ее из виду, считают, что нельзя говорить, а... Вылетать. Говорят, вы же активистки, как вы можете... Как вы можете есть? Как вы вообще есть можете? Как вы можете продавать? Как вы можете продавать свои вещи вообще? Вы же активистки. Надо бесплатно продавать. Кто? Это бесплатно работает? Ну, напрямую нет. В современной системе капиталистической тебе, чтобы начать бизнес, нужно иметь как минимум хоть какой-нибудь капиталец.
как может начать бизнес человек, у которого или у которой этого капитала нет? Это практически невозможно. Ну, то есть он должен, он может быть меньше, он может быть больше, но он должен быть, как бы, как ни крути. Вот, так построена эта система, и ты не сможешь просто так взять и начать какой-то бизнес. Можем посмотреть на это с точки зрения вот такой. Вот мы начинаем просто свой бизнес. У нас нет этого капитала, у нас он нулевой. Вот он нулевой. У вас он есть. Нет, подожди, вот мы начинаем, мы вот у истока вот возникла идея создать кооператив. Да. У нас нулевой капитал, как бы, вместо, ну, то есть вместо того, чтобы там идти на какие-то там левые работы и зарабатывать капитал, чтобы или брать кредит, например, как это сделали горизонталь, мы договариваемся с дружественной организацией про этот капитал, который у нас как бы как минимум будет, либо мы, короче, договариваемся с нашими товарищами, друзьями, там, с организацией, с людьми, чтобы этот капитал был в форме материальной, то есть помещение и оборудование. Вот. То есть вот это как бы, собственно, вот этот капитал, который нам. То есть по такому принципу можно, ну, мне кажется, это возможно. Вот. То есть ты утверждаешь, что через какое-то время вы сможете обходить себе это помещение? Да, я на это рассчитываю. За счет чего ты в это веришь? Это торжественное открытие наших новоприобретенных машинок оверлока и швейной машины. Так, я тоже хочу к чему-нибудь приобщиться. Давай. А, вот здесь уже можно разрезать. Если мы все развязываем, то все надо здесь ту-ту-ту-ту. Happy birthday to you. Happy birthday без производства. Happy birthday to you. Через год или, возможно, через полтора мы сможем арендовать помещение самостоятельно и за него платить. Это ниоткуда не следует. Может быть, и сможет. Нет, это следует. Это следует из оттуда, что, ну, как бы у нас будет больше заказов, и эти заказы, они не будут ограничиваться кучкой активистов. То есть мы не будем никогда фабрикой, это 100%. На это как бы никто не метит и не собирается этим заниматься. Но как бы то, что доход швеем. Тоня, это ниоткуда вообще не следует. Ты просто рассказываешь свои мечты. Нет, я рассказываю свой опыт. Какой опыт? Опыт работы швеей. Да, опыт работы швеей. Я тоже знаю. В каком же кооперативе? Не в кооперативе, но в разных формах. На фирме, на саму себя. Что публика, клиенты у швеи, у какой-то организации, они формируются постепенно. Не сразу, там, ты дал объявление, все к тебе понабежали. Нет. Ты кому-то шьешь, кому-то нравится, он говорит, о, я тебе порекомендую. Там, ну, это действительно происходит постепенно. Постепенно по там... Как-то система сарафанное радио, это начинает работать. Да, это я один, два, три, потом 10, потом уже
ну как бы. Ну, начинать надо с денег. Так, ну, если можно, начать не с денег, не, подождите, подождите, зачем, ну, то есть, зачем нам, ну, то есть, почему нельзя сделать так, как мы? Не собирать деньги, а там пойти другим путем. Попросить оборудование, попросить помещение. Почему нельзя так сделать? Хорошо, по-другому поставлю вопрос. Почему нельзя попросить денег у товарищей, если я, например, ну, я такие примеры видела. Да, это не опыт швем, но это опыт других людей, других инициатив. Но это не является способом общественной организации. Почему? Потому что на 100 товарищей могут быть одни швемы, чтобы им действительно дали денег. Остальные товарищи будут заниматься чем-то другим. Работать на работах и стрижать швем. А швем будут это даже не понимать, считать, что все так и должно. Что-то не понимаю вопроса. Тоня, в принципе, это реально. Ты говоришь как человек, который считает, что продукты появляются на свалках возле гипермаркета. Ну я полезла. Это будет очень смешно. Не ныряй. Я не хочу туда нырять. Смотри, ты можешь сюда наступить. Да, я понимаю. Снимай. Слушайте, сейчас нырну туда. Тоня. Помидор. Огурец вот такой. Да ну его. Там яблочко и еще что-то. Все нормально. Да. Точно можно шарлотку делать сегодня. Суп-набор. Лучок плохой. Яблоки. Бля, посмотри, я ж сегодня чистенькая была. Мы тебя вычищем. А я где-то там что-то еще нашла. Уже мне на элит. До 13 февраля могу взять Илье. Если он будет, конечно, ездить. Ты сейчас и не говори это, откуда это? Да он знает, что сухарики. Нам нужны сухарики к пиву. Слишком. Как? Я проголодалась. Почему вы тогда ездите на фестиваль? Вы самый обычный швейник, который идет. Что вообще особенного? Почему вас всюду зовут? Ну потому что мы хотим еще выступать как художественный проект тоже. Ну как бы вы называете свой швейник опять художественным проектом? Допустим, ладно, вы зарабатываете деньги так и делаете что-то еще. И это что-то еще показываете на фестивале. Почему вы на фестивалях рассказываете о том, как круто, что вы так зарабатываете деньги? Что в этом на художественное? Нет, это мы еще учим людей делать это самим. Мы как бы даем в руки им удочку. И что? Не только кормим их. Это происходит в любой академической среде. Потому что искусство – это жизнь. И то, что, как люди живут, и этот образ жизни уже является объектом искусства. Что? Любые люди живут. Нет, ну то как можно жить? Я не понимаю, то есть любой человек, кем бы он не работал, должен ездить по фестивалям, рассказывать, что он вот я если работаю. Если он может это там, так отлично. Сделать? Нет, так, ну, отлично, конечно. Группа, в идеале, да. Группа «Война» же, они жили как непонятно как. Воровали в магазинах и говорили, что это любой человеческий опыт можно представить как адская, если задаться этой целью. Да, это на самом деле, ну как бы... Очень живописно, кстати. Все да? Выглядит очень живописно. Такие красные валики, зеленая тряпка, там фиолетовая тряпка.
Это как натюрморт. Ну да. Натюрморт с животным, как у голландцев. Только живое животное. Живое. Они мертвые. У них мертвые там зайцы всякие. Не понимаю, как это засунуть голову в борщ. Возьми ведро и надень. Подними вверх. Смысл в том, что не в том, чтобы пересказывать опыт человека. А в том, чтобы анализировать, что... Ой, давайте еще поговорим о смысле искусства. Я как бы... Если вы просто пересказываете человеческий опыт, это не является искусством. Ну, а что тогда называется искусство? Ну, должен быть какой-то анализ. Мы пытаемся как раз анализировать свой опыт. Мы не просто его представляем в радужных формах. Ну, а почему тогда... А в нерадужных формах вы его когда-то представляли? Вот вы рассказывали, когда конечно, это каждый день мы постоянно это делаем. Кому? И каждый раз говорим, что у нас куча проблем. Кому говорите? Публично. Вот, вас... Но мы себя позиционируем как художный проект. И в целом как бы как арт-группу. Ну, помимо этого, есть еще что-то. Тогда, это означает, что... Хорошо, тогда означает, что вы можете, в принципе, существовать вообще без заказа. Если вам ваш грант будет. Ну, слушай, тогда нам надо как-то искать работу, и просто у нас все это слилось в одно. Ну да. Я не вижу здесь ничего плохого, я даже считаю, что это очень круто. Или, ну просто я не хочу быть нашей художницей, которая живет только разъезжая по... Ну как что делать? Ну да, то есть только за счет за гранты и там разъезжая по резиденциям, экономлю там деньги. Ну просто я не хочу, я все-таки хочу что-то производить, что-то, что я считаю полезным производить в этой жизни, в этом мире. Погоди, а искусство ты не считаешь полезным? Ну, слушай, чисто лично для себя я не ставлю искусство настолько высоко. И как бы для меня еда, одежда, ну, как бы на таком же уровне. Смотри, тогда вопрос такой. Ты хочешь делать что-то максимально полезное, или ты хочешь делать много разных вещей, чтобы чувствовать себя хорошо? Ну, я вообще люблю разнообразие. И тогда получается, что это поиск разнообразия. Хороший вопрос. Ты хочешь делать что-то максимально полезное, а что такое максимально полезное? Нет, например, ваше мнение, что... Рецепт максимально полезный. Нет, я объясню. Это конкретно высказывание Маши, потому что Маша говорит, что она не хочет заниматься исключительно искусством, потому что швейное дело видит более полезным. Вот тогда стоит вопрос. Если Маша хочет заниматься... Полезно, почему она не занимается только швейным делом? Маша общается. Слушай, потому, как бы я полезные дела считаю, ведение йога, делюсь своими знаниями по танцу. То есть как бы у меня много полезных дел. Ну да, они не ограничиваются только. Они просто не ограничиваются. И как бы приготовить блинчики это тоже полезно. Вы видите, это кооператив в данном случае для меня в первую очередь это искусство. Ну, а если бы. У вас были, если бы вы могли жить только на гранты? Только на гранты? Да. Наверное, нет, потому что мне нравится просто шить. Именно то, что я хочу, а не то, что нужно сделать для фестиваля. А заказы? И заказы это тоже интересно. Потому что это работа с человеком. А не с фестивалем? Да. Наверное, оппонирую постоянно тому, что ты сегодня не говорила то, что? Но говорила до этого, то, что ты не являешься художницей, но являешься активисткой. А я являюсь художницей в первую очередь. А я ни то, ни другое. Но я использую инструменты, художественные инструменты для, грубо говоря, личной цели. Ну, не личной, а в тех целях, которые, мне кажется, важны. Инструменты профессиональные, швейного дела в своих художественных целях. Почему я не осуществляю? Потому что проект «Швемы» не
является он не является рабочей моделью кооператива. Вот. Не понимаю. Вопрос заключается в том, насколько можно написать схему, вот, как построить кооператив по нашему опыту. Вот мой ответ – никак. Ну, тогда не стоит задаваться этой целью. Это нормально. Но просто... это не значит, что какой-то наш опыт невозможно повторить. Это не значит. Вот. Касается опыта, который мог бы перенять любой другой швейный кооператив или мешвейный из Ярославля, мне кажется, это возможно было бы в случае действительно сетевой солидарности. Если бы у нас была сеть кооперативов, которые уже существуют и как-то успешно, если кто-то хочет завести свой кооператив, другие кооперативы могут просто скинуться и помочь ему на первое время. Вот, то есть... Допустим, когда у нас дела пойдут хорошо, и мы видим, что там заводится еще какой-то кооператив, мы вполне можем помочь. Мне кажется, это просто наш долг. Ну, да. Как обычно, у швей есть подруги швей. Когда одна швея не успевает, а ее просит заказчик, она посылает своей подруге. Вот как происходит эта солидарность на межчеловеческом уровне? Ну, просто я такое слышала. Да, посылают. И также можно посылать из одной организации в другую. Если это уже становится расширение. И мы, в принципе, рады рассказывать про это уже можно Наденька. И мне кажется, вполне нормальным, если на фестивале будем присутствовать и мы, и Наденька, мы делаем разные вещи. И также можно делиться опытом. У каждого, пускай он у каждого кооператива уникален. Мне кажется, что в случае. Бля, не буду я пить молоко. Я только что апельсины съела. А в чем, собственно, ваша цель? Хороший вопрос. Жить одновременно и в системе искусства, и вне капиталистической системы, при этом независимо от... относительно независимо от... от рынка и государства. Чужа жінка, як ягідка, як той макір сіт. А ти ж мені шабе, шабелина, замінила світ. Пісня про покликання. А ти ж мені шабе, шабелина, замінила світ. Візьму ж я з тебе шабелину, та й загострий край. Кищу ж я ж тебе шабе, шабелино, глибокий Дунай. Пущу ж я ж тебе шабе, шабелино, глибокий Дунай. Плавай, плавай, шабелино, вчися плавати. А я собі шабе, шабелино, жінку шукати. А я піду, так, жінку шукати. Я підглядаю слова.